Свиноводческая отрасль требует от производителей тщательного подхода и соблюдения всех правил и норм для реализации процесса убоя и дальнейшей переработки конечного продукта. Для удовлетворения постоянного спроса на однородные туши Кооперль предлагает следующее уникальное решение – концепция сортирующей станции «Тристар». Это уникальная станция, которая произведена из нержавеющей стали и снабжена высокоточной системой индивидуального взвешивания свиней в больших группах. Благодаря этой системе производители имеют возможность отсортировывать животных в соответствии с их живым весом и изначально планируемыми показателями. Станция «Тристар» способна обслуживать до 500 животных в группе. Станция «Тристар» позволяет производить точное разделение свиней во время фазы их роста, что влияет на повышение кормовой эффективности. У этой станции имеется возможность автоматизированного отбора животных на убой. Станция «Тристар» предоставляет фермерам во время откорма свиней в больших группах доступ к таким преимуществам, как отслеживание конверсии корма, проверка однородности туш, планировка отгрузки скота на убой, сокращение трудоемких процессов и, как следствие, сокращение рабочей силы. Функционирование станции «Тристар» базируется на разделении зала содержания животных на две большие зоны – на зону отдыха и на зону кормления, которая, в свою очередь, поделена также на две части, которые представляют собой зону кормления и зону сортировки свиней на убой. Станция управляется с помощью программного обеспечения, которое через электронный датчик автоматически регулирует зоны перемещения животных в зависимости от живого веса. Согласно установленному живому весу, свинья направляется либо в зону кормления, либо в зону подготовки к отправке на убой. Все данные ежедневно регистрируются в компьютере и обрабатываются для дальнейшего регулирования распределения кормов. Этот компьютер снабжен электронной системой WinFarm. Тип и количество корма автоматически регулируются в соответствии с весом животных. Минимальные, максимальные, средние, стандартные отклонения и любые другие проведенные измерения сохраняются. В необходимый момент подготовки свиней к убою фермеру остается только задать необходимый минимальный вес и максимальное количество животных, и программа автоматически отберет соответствующую партию для отправки. В отличие от старого здания, которое мы демонтировали, в новом здании мы смогли установить 720 мест вместо 640 прежних. При этом площадь нового здания не изменилась по сравнению со старым зданием. Станция позволяет нам лучше отслеживать животных. Кроме того, наша деятельность стала более продуктивной благодаря тому, что утомительная работа по сортировке данных свиней теперь автоматизирована. Эта программа позволяет мониторить и улучшать наши достижения. Путем сравнения наших показателей со средними показателями Кооперль мы можем констатировать значительные улучшения. Этой системой легко управлять. Наши работники легко ее осваивают, в то время как до этого им было сложно справляться с высокотехнологичным оборудованием. Основной интерес для нас представляет возможность отслеживать и весьма точно анализировать данные всего нашего поголовья с помощью компьютера. Благодаря концепции «Тристар» фермеры экономят до 10% производственной площади, что сокращает время уборки помещений в 3 раза. Станция «Тристар» гарантирует лучшую производительность и прирост благодаря регулированию кормления животных. Таким образом, общие зоотехнические результаты, в свою очередь, также улучшаются. Станция «Тристар» позволяет фермерам вдвое сокращать время для отбора свиней на убой и точность сортировки на 98%. Станция «Тристар» является наглядным примером внедрения современной высокотехнологичной продукции «Кооперль» на мировом рынке и отвечает сегодняшним требованиям мировых и местных производителей. Богатый опыт компании «Кооперль» и ее передовые технологии предоставляют фермерам дополнительные преимущества для развития и успеха.